Я Филипп Аманов, астроном любитель. Открыватель переменной звезды и других астрономических объектов. Автор и соавтор статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Участник собственными докладами международных конференций по астрономии. Вынужденно скитающийся уже 7-й год. Который год? 9 мая, как и, например, в прошедшем апреле, мой день рождения, день астрономии, православную Пасху, я встретил в лишениях и страданиях. Вряд ли мои прадеды, мои предки, награжденные ветераны, сражались на благо Родины для того, чтобы их потомки, моя мама, их внучка и я, их правнук, попали в беду в столице России, Москве, и вынужденно скитались, голодая, при бездействии чиновников на наши заявления. Я, моя мама, наша старая кошка, вынужденно скитаемся, попав в беду в коммунальной квартире номер 210 в городе Москве по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, где находится наше единственное жилье, комната номер 2, где мы лишились возможности беспрепятственного безопасного проживания. И я лишился возможности беспрепятственно продать эту комнату. Я и моя мама страдаем хроническими заболеваниями. Я пороком сердца, бронхиальной астмой, заболеваниями суставов, вен, крови. А моя мама страдает анемией. Я лишился возможности подготовиться к поступлению в университет для обучения на астронома, потому что мне негде готовиться, мне негде жить. Сейчас мы находимся на своей малой родине, в поселке Южно-Морской Приморского края, на побережье Японского моря. Временно находимся в жилье наших родственников, но это не может продолжаться долго. Нам нужна помощь в продаже этой комнаты, чтобы взамен мы могли купить другое жилье, где я мог бы безопасно и беспрепятственно жить, подготовиться для поступления на астронома в университет, и где я мог бы продолжать вносить свой вклад в науку своими астрономическими наблюдениями и открытиями на пользу обществу.